Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы проходим «Зло внутри». Итак, победили пса. Давайте смотреть, что нас ждет в этой серии, в этом эпизоде. Так, что у нас тут есть? Спички у нас полные. Это где-то рядом. Все хорошо, я здесь. Никто тебя не тронет. Тронет. Не убегай от меня. Один ты не выберешься. Так, 500 геля. Отлично. Взяли их фрагмент, еще один карты. О, патроны я вижу. Вижу патроны. Давайте перезарядим. Так, можно пистолет перезарядить. Эй, Джозеф, hey, ты меня слышишь? Себастьян. Тебе когда-нибудь хотелось просто взять и прыгнуть? С высоты, например. Или под поезд. Представь, что это желание одолевает тебя целую минуту. Потом две. Джозеф, ты уже три раза побеждал эту дрянь. Ты знаешь, как ее остановить. Ты меня не слушаешь. Дело не в том, что я не могу ее остановить, Сэп. Беда в том, что я не хочу ее останавливать. Часть меня хочет превратиться. Я не знаю почему, но не могу отговорить себя. Это желание сидит очень глубоко. Оно как инстинкт. И становится все сильнее. Держись. Будет немного. О, как же больно было. Так можно и спину сломать, если что, если честно. Итак, друзья, добрались мы до 7-го эпизода. Называется он «Хранитель». Давайте посмотрим, что нас ждет здесь. Так, вижу, что-то лежит. Гель 300, отлично. Здесь у нас ничего. Тронет. Нужно искать напарников. Нужно искать не только напарников. Нужно искать и Лесли. Так что сам Рувик тоже его ищет. Слишком он уж для него дорог. Отлично. Так.
какой-то склеп. Это усыпальница, что ли? Давайте здесь посмотрим. Отлично. Так. Перезарядим. Давайте попробуем обезвредить. Отлично. Пока все идет как надо. Так, там мы были. Какая картина устрашающая. Отлично. Так, слышу, кто-то рычит. Так. Ну что, давайте. О, толстяк, привет. Бегом. Перезарядочка. Какие вы шустрые-то. Так, гори. Отлично. 500 мозгового геля. Все прошло удачно. Давайте посмотрим, что у нас в этом склепе. Еще баночки. 300, 100. О, какая банка-то. И что? Как тебя взять-то? 1000. Патроны для винтовки. Давайте-ка перезарядим. Как раз пополнили по максимуму боезапас. Хочу поднакопить геля и прокачать винтовку снайперскую. Воу-воу. Непонятное что-то с фотографией. Так. Отлично. Кажется, здесь отходит. Итак, старая литография. Эта литография была извлечена из каменной двери. Видимо, она использовалась как ключ. Ключ от чего? Во-во. Тайная дверька открылась. Сейф. Давайте почитаем.
Записка из катакомб. На помощь. Стук металла. Он идет. Я бегу, но он идет за мной. Помогите. О боже, помогите. Помогите, 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 помогите. Помогите. Можно обезвредить. Ключик. Опа. Фу, там какая-то вязкая жидкость. Снова вроде бы так. Ого. О, черт. Кстати, этого чувака мы видели в больничке у медсестры. Что-то у меня такое подозрение, нам придется с ним сражаться. Кстати, этот чувак похож на чувака из Silent Hill. Только в Silent Hill был там с треугольником на голове, а тут с сейфом. Поздравление с рождением Лили. Мы приветствуем Лили Лин Кастелланос, родившуюся 18 июля 2016 года в 9 часов 56 минут утра. Вес 7 футов 3 унции, рост 14 дюймов. Счастливые родители Себастьян и Майра Кастелланос. Поздравляем, что ж. Так, пока туда возвращаться мы не будем. Поднакопим геля, как я и говорил. Подошло. Так, открылись два пути. Что, давайте пойдем налево. Мы как мужики пойдем налево. Какой-то газ. Я думаю, в него не стоит вступать, в этот газ. Написано «Hazard». Так, чувачок. О-о-о. Да что ты? Труп? Так, у того там что-то шевелится, похоже, он живой. Так, ух ты. Хорошо, я там не стояла. Да что ты? Да ладно.
Так, 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 так. Я думал подкрасться. На, держи. Ух ты, нифига! Да на тебе! Так, тут виднелись патроны где-то. Снова эти символы непонятные. У него еще и нога. Что-то с ногой. Так, тут где-то кто-то мычит еще, да? Спички. Топорик. Так. Нет, я туда не хочу. Пока я туда не хочу. Давайте попробуем обезвредить. Фу, это было близко. Это было реально близко. О, ребята. А теперь можно и туда. Ты труп или живой? Да что с тобой не так, а? Воу, колбасит. Давайте соберем все ништячки. Так, патроны. У нас целые. Что-то еще. О, отлично. Можно, кстати, подлечиться. Так, подсвечивается, и у меня такое подозрение, что там мина. Отлично. Так, и гранаты у нас полные, да? Что, тогда отправляемся дальше? Воу-воу. Так, здесь у нас ничего, да? О боже, газ. Так, я вижу вентиль, давайте перекроем, давай, давай, быстрей, быстрей. Молодец. Еще. Да какого? Гори.
Вы быстрей. Перекрывай. Давай, это речи. Есть. С этого ничего не вывалилось, что ли? Засранец, а? Цапнул. Так, гель, отлично. Ой-ё. Так, один есть. Не-не-не-не-не-не, так не пойдет. Сдох, да? На всякий случай. И ты, Игорь. Еще один. Так, вижу мину. Там что у нас? Угу. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь. Здорово. Гель. Гель и все. Ненавижу эти катакомбы. Опа. Растяжка. Ну-ка, как их? Их не обезвредить, что ли? Подкрадешься, блин. Давай, подползай. Можно сжечь тебя, нет? Падла. Цапнул все-таки. Где-то еще пол. Вон они.
Где? Горите. Ничего с них не вывалилось. Сколько там добра-то? Ключик. С гелем много. Как туда попасть? Что-то эти места я вообще не помню. Отлично. Взяли еще один ключик, получается. Давайте отправимся в следующую дверь. Идем направо. Стойте, давайте-ка я поставлю. Just one more. Осталась одна. Спасибо, Кэп. Да, давайте пройдем эту дверь, найдем ключик и потом прокачаемся, да? Я думаю. Этот таракан, этот подлиза, он живет за мой счет, за счет моей работы. Нужно выяснить, как он добыл шифр от моего сейфа. Однако сейчас на это нет времени. Цель так близка. Эти данные не должны достаться никому. Они мои. Есть единственный способ. Следующий, кто откроет этот сейф, должен дорого за это заплатить. Так, и зачем? Зачем я это сделал? Странно. Вроде ничего нету, да? Или я слепой, или ничего реально здесь нету. Друзья. Ладно. Если что, пишите в комментариях.
О! Что это было? Так, ловушка. Воу, ты откуда здесь свалился? Давай, давай быстрей. Наверняка это ловушка. Ну да, я тоже так думаю. О! Ну давай, иди сюда. Сейчас мы тебе кое-что сделаем. Припечатала. Так, ловушка. Что-то лежит. О, гель. Отлично. Заперто. Воу-воу. Так, 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 ребята, ребята, давайте-ка сюда все. Вас там много слишком. Давайте все, все сюда. Ну, еще один. О, у вас там сколько? Ну, давайте. Ребята, подходим, не стесняемся. Еще один. Только патроны, что ли, все? Ну-ка, давай сюда. Всех замочили, потратили всего 3 патрона. Взяли 4. Так. Что здесь? Растяжка.
Нужно быть аккуратным. Еще одна. Еще и мины. Просто на грани, просто на грани. Да ладно, вот это место. Отлично. Ну-ка. Отлично. И ключик, и еще банка. Что, все, да, здесь не пройти? Да ладно тебе, Себастьян, не уставай. Что, идем сюда? Здесь мы еще не были. Нам так и не дали открыть эту дверь. Ух ты. Ой, ё! Давай быстрей. О, там наверху проход. Что там подобрать можно было? А, поджечь. Давайте еще раз. Там был наверху проходик. Еще ключик, здорово. Три ключа у нас есть. Так, гранат у нас целые. Отлично, добыли последний ключ. Ну что, давайте сходим, прокачаемся. Новая пресса. Под церковью найдены катакомбы. Пастор заявляет, беспокоиться не о чем. Кто поддерживал там порядок? Рабочие, ремонтировавшие провалившийся пол, обнаружили под церковью Седар Хилл подземные ходы и утверждают, что видели мумии. Священник не пускает в церковь историков, утверждая, что это было бы святотатством. Крис. Пропал Крис Тейлор.
бригадир строителей, занимавшийся ремонтом провалившегося пола в церкви, где его последний раз и видели. Ремонт был почти закончен, так что вряд ли он упал вниз. Все пропадает и пропадают люди. Так, у нас есть три ключика, давайте откроем шкаф. Например, этот. Даже четыре ключика у нас. Вот, отлично. Так, нижний мы еще не открывали, да? Давайте откроем. Патроны для снайперки. У нас целые. Так, можно болты взять, да? Взять. Что там еще? Патроны. Давайте. Давайте этот. Еще болты. Ну и какой еще откроем? Давайте вот этот верхний. Гель. Отлично. Теперь быстро на прокачку. Так, что же мы прокачаем? Мы прокачаем... Давайте оружие. Что я хотел? Я снайперскую хотел, да? Множитель урона. Так. Время перезарядки. Емкость магазина можно прокачать. Три. Критический урон. Множитель урона еще можно прокачать, да? Так, давайте-ка еще 10 тысяч на здоровье можно. Так, 12 у нас остается. Патроны для винтовки давайте еще так. Для дробовика еще добавить. Шприцы у нас полные, спички нам хватает. Болты 5000. Что же еще такого? Рукопашка, лечение шприцами. Давайте лечение шприцами. Подобрать. Где у нас там патроны? Что там? Что, возвращаемся? Поставим ключ и посмотрим. Так, чё, я не переместился, что ли? Поставим ключ и посмотрим, что нас ждет. Thank you.
ловушек-то? О боже! А, нифига! Бежим, бежим, бежим! Вот это жесть, а! Ну что, давайте аккуратненько. Ой-ё! Потихонечку, потихонечку. Если бы ты еще ускорился. Фу, было близко. Сколько сейфов-то. Лесли, Лесли, не бойся. Где Кит? Кит. Кидман? Она тоже здесь? Кит. Кит. Она жива? Она жива? Она жива? Отойди. Я открою. Так. Да что с тобой? Открою. Да что с тобой не так-то? Открою, открою. Ты куда-то побежал? Нет! Стой! Лесли! 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 Долбанный психопат! О боже. Ё-моё. Так, давайте, у нас винтовка прокачана. Держи. Ух ты, мне еще и шлепнула. На, еще раз. Так, ребята. Так, что же здесь у нас? Вентиль. Так, у нас тут время-то ограничено. Да ну нафиг, давай быстрей. Еще чуть-чуть. Давай, пока он не попер. Бегом. Держи. Фу. Такс. Что здесь? Что же делать-то? Патроны для ружья. О, вентиль. Отлично. Да ну нафиг. О боже. Почему эта тварь не сдохла? Я бы тоже хочу задать такой же вопрос. Давай быстрее, перезаряжай. Ух ты!
Черт, черт. Хватит это делать, а? Так, мы увидели винтель, да? Возвращаемся назад. Где же, где же, где же? Время ограничено, давай. Большой винтель, с помощью которого регулирует объем жидкости и газа. Черт. Он еще и ловушки успел расставить, а? Ну давай ты не будешь этого делать. Быстрей, 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 быстрей. Ай-яй-яй, короче. Держи. Еще, еще. Быстрей. Yes. Так, уже легче. Что он там опять себя уничтожает? Да боже ты, правый. Чужих насмотрелся, что ли? Take this. Получай. Наконец-то. Фу. Ребята. Это было жестко. Что, я думаю, от него там ничего не взять? Так как его расплющило. Падики. Да, вот здесь у нас убежал Лесли, получается, и по баночке. Понимаю. Куда-то сюда, значит. Сюда пришли. Не зря я все-таки не зря прокачал винтовку снайперскую. В принципе, я думаю, можно было бы и с ружья тоже пошмалять по нему. Думаю, тоже было бы эффективно. Еще баночка. Ну что, дорогие друзья, 7-й эпизод пройден. Мы завалили хранителя. И я на этом заканчиваю. Всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И я прощаюсь до следующего эпизода. Всем пока!